Давай. Первая. Тебя важняк из главы ждет. Подожди, вот теоретик очередной. Вторая. Объявление вам там шанс. Карик так сообразил и сразу нам звонить. Должно было быть опубликовано в сегодняшнем номере. Когда отправлено? Судя по всему, вчера. Где отправлено, не просчитать. Отпечатков нет. Как думаешь, он? Капитан Моисеев? Так точно. Полковник Кострова Ирина Петровна. Следователь по особо важным делам. Генеральная прокуратура. Я материалы по эпизодам... Дело вам не отдам. Посмотреть еще не успела толком. И дел мне передать не прошу пока. Я к вам не пререкаться приехал, а разобраться в ситуации. Это от вас поступило распоряжение не разглашать факт пятой жертвы? Так решили наверху. И правильно решили, я считаю. Не надо наш народ лишний раз пугать, он так у нас пуганный. Давайте к делу. Как вы считаете, он может остановиться? Нет, он вошел во вкус. Скорблю о невинной Аленушке, ибо жить-то жить. Почему вы решили, что это он? В кулачке у девочки была зажата шоколадка Аленушка. Растаяла вся. Значит, он хочет диалога. Через газеты, в конце концов. Только время на диалог не осталось. Сегодня среда. Под контролем школы. Отслеживаем пропажи детей. Пока не одна. Дайте камеры вокзала на монитор. Вокзал? Почему вокзал? Он приезжает к нам. Он здесь не живет. Петр Михайлович, там внизу толпа журналистов. Ну что, ответим на вопросы? Успокоим граждан? Один вопрос. Вариантов уйти с десяток. А ты сдаешься. Почему? Смысл опираться. Потом, я верю, моя жертва будет не напрасной. На что рассчитываешь? Видимо, на высшую меру. На что ты рассчитываешь, когда берешь на себя все эти убийства? Что? Больно! Извини. Ты знаком с ним? Да, больно! Ты знаком с ним? С кем? Ну, с настоящим, с убийцей. Нет никакого настоящего, я один, другого нет. Руки, покажи. Руки. Покажи руки. А как ты их убивал? Дожил. Допустим, потом? Потом рубил. А как рубил? Так. 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 О, прости, больно. Прости. Сколько девочек ты убил? Шесть. Шесть девочек. Повтори. Повтори. Шесть девочек. Их семь. Вот первая. Первая жертва. О ней ты не мог знать. Как, впрочем, и я. До сегодняшнего дня, дружок. Так и вижу заголовки газет. Сергей Заславский – имитатор. Неудачник. Он моет тела девочек. Смывает грязь после того, как убивает их. Накрывает тела холстиной. Холстиной, а не мешком из-под сахара. Он рисует шедевры, пишет картины. Тщательнее надо было материалы изучать. Дружок. Ну тогда скажи, раз ты такой умный, зачем он убивает? А ты зачем? Захотелось. Звезды совпали. У меня соседи на площадке. Дебилы дикие. Быдло пролетарское, шлобьё. Они меня... Все площадки одинаковые. Что лестничные, что детские. Только до сегодняшнего дня никто не знал, кто я такой. А теперь знают. Я не никто. Я не никто. Я кто? Я кто? Ничего не будет. Ни статей в газетах, ни рожи твоей по телевизору не будет. Ты – ноль. Пустое место. Я позабочусь. Будешь о нем говорить. Да и хрен с тобой. Я восхищался им с самого первого раза. С первой девочки. Какая смелость, безжалостность. Он обессмертил свое имя. Мы не знаем, как его зовут. Я не... Напиши. Там было темно.